Охрененно, почему тот бомбер не убил Теслу? Возможно, мне бы дали плюс 2%, возможно, из-за этого я бы совершил быстрее катку, и я бы выиграл. Я не понимаю, почему. Я считаю, что я выиграл. Пойти ломать ратушу? Нет. Пойти в Татарстан, да. Короче, у меня как минимум 2 звезды, это 100%. То, что я считаю, что суперпеки пошли вот так вот, сломали забор, уничтожили ратушу. Вот. О, а лучница. Так, ладно, сделайте хотя бы так, чтобы лучница не сдохла и успела сломать ратушу. Блин, надеюсь, вот эта башня лучниц не достанет до моей лучницы, и хотя бы она тут умная. Да твою! Что за дерьмо, боже? Короче, мне раз считаю, что я им ратушу сломал, потому что это бред. Как минимум должна была лучница сломать или те суперпеки. Но суперпеки сдохли, и лучница сдохла. И не потому, что у них просто не получилось, а потому что суперпеки, вот, они могли сломать стенку, сломать ратушу. Нет, они пойдут вот так вот, туда и там сдохнут. Не, ну если из-за этого проиграю, это бред еще полный. Мне еще предлагают как-то 3000 кубков апнуть на этом дерьме. Это невозможно. Как он это сделал, я не знаю. Хорошо, давайте я сейчас вот тоже возьму 12 этих ведьм ночных. Еще в теории должно быть 3 звезды. Все, давай 3 звезды, иди. Так, не понял, где мои 3 звезды. Я даже 1 звезду не заработал. Чё за дерьмо? То есть вот у меня с одной стороны это стоит, с одной стороны вот это стоит, с другой стороны это стоит. Мне каким-то образом сносит на 3 звезды, делаю и все абсолютно так же. Вау. Офигеть, понятно, у того чела, видимо, читы были.
Класс, я кубки слил, спасибо. Ну, сейчас не слил, но я уже вот мне сколько кубков. Это жесть. Крутить вечер, а то что не читаете, да? Отлично, замечательно просто.
Как у людей получается 3 звезды вопрос? У меня вот даже 2 не получилось. Конечно! Конечно! Да-да-да! Дайте мне победу. Дайте мне победу. Пипец, у меня кубков. Дайте мне победу. Да, давайте мне победу. Хочу победу.
Как он сделал 3 звезды, я не знаю, наверное, просто рандом. Утяк. Я сюда вспомню, чтобы они убили мультимарсиру, они ничего не сделали. Молодца. Ну, я думаю, я проиграл. Как вы это делаете, конченые твари? Сдохните! Надеюсь, тут не будет никакой воздушной бомбы. Если меня не снесут, то гребаная 3 звезды опять. Блин, я не знаю, как это происходит, и меня это бесит. Ты прикалываешься. Ладно, здесь у них хотя бы не... Не просто сносит меня на 3 звезды. А, класс, я должен, наверное, еще был что-то сейчас сделать с этой ситуацией. То есть меня снесли на 3 звезды, я должен был что-то сделать. Я не понимаю, как эту базу может снести на 3 звезды. Да и даже не просто снести, а постоянно сносят, каждую миллисекунду. Я там какую-то тактику делал, а я такой, они просто берут какие-то рандомные войска и сносят мою базу на изи. А на ратушу кто-нибудь пойдет? А на ратушу, о! О-о-о, отлично, мой этот призыв услышали.
вот неплохо снес базу, как по мне, должен победить. Или меня опять снесут на 3 звезды, потому что рандом. Вот почему они ратушу не снесли? Конечно, вражеские челы бы по наиде сейчас ратушу снесли. Да, они ее снесли, конечно. Ну, конечно, чё? Боже, я не понимаю, почему они играют вот такой вот колодой. Ну, грубо говоря, ладно, хорошо, допустим, я также сыграю. Тоже вот этими вот скелетоносцами и нафиг гоблинами. Получится у меня или нет? Так лол, эти гоблины, грубо говоря, быстрее, чем шарики, так и должно быть. Но я имею в виду, я даже не знаю, что должно быть первым, раз шарики, типа, они танкуют. Ой, ладно. Я не знаю, куда.